Так, а сейчас чехол делаем. Все это делается вот такими вот нехитрыми инструментами. Буквально на коленке. Кладу и сверлю. Вилкой наколол предварительное отверстие. Чуть-чуть шлифанул. Склеил вчера. Вот. На сапожный клей. Сейчас просверлим. Потом сошьем все это дело и обработаем края. Заполируем кожу. Завощим и все. Вот оно. Так. Вот оно. Ну, показывать не буду, как, потому что мне надо с телефона как-то снимать. Снимать некому. Поэтому так. Все на коленке. Кстати, вот эти алмазные губки очень хорошие, ими шлифовать предварительно. Когда они у меня уже забиваются, полностью осыпаются, рвутся, я их использую для обработки металла. Там зашлифовываю, сошлифовываю с водой очень хорошо. Практически вечные. Так что они разной зернистости бывают. Они на таком жестком поролоне бывают. Разные зернистости. Так что вот тоже использую. И мягенькие вот такие вот тоже вот есть. С алмазным напылением. Тоже фактически вечные. Не знаю сколько. Я уже год, наверное, этими вот работаю. Ну все, включаюсь.